Для меня каждый год работы здесь это какой-то резонанс, это какой-то новый, ну, этап или ступень, потому что с каждым годом я, во-первых, ну, в других местах, помимо театра, я набираю и могу какой-то опыт, приобретенный за год, новый, свежий, реализовать здесь. Это, знаете, как какая-то встреча с друзьями ежегодная такая. В этом году мы делаем спектакль, называется он «Глина». Вот. Музыка Дариуса Мийо, это французский композитор, в 26-м году прошлого века он написал произведение «Сотворение мира». Вот. Так как мне очень близки художники того времени, я имею в виду в широком смысле, вот, то ну, мне просто это интересно. То, что люди экспериментировали, искали в начале как бы прошлого столетия. Это как-то в меня попадает и нашло отклик во мне, референс. И сейчас, используя ту музыку, мы делаем свою версию, так скажем, более камерную, сотворение мира. Тема у меня уже была, я хотел делать что-то вот про сотворение как бы, там, первого человека, вот. И даже какие-то себе части определил, и на самом деле я достаточно долго искал музыку, и когда уже совсем отчаялся и потерял всякую надежду, просто в плейлисте там я нашел эту вещь. Все-таки временной ресурс, он немножечко ограничен в связи с тем, что, конечно, ребята не только этим занимаются, у них свой текущий репертуар, много кто участвует у других хореографов, и все равно как бы надо быть реалистом. Я понимаю, что, например, ну, две пары – это как-то мало для того, чтобы создать то, что я планирую, а шесть – это уже как бы вот та первая цифра, с которой это может превратиться, может быть, во что-то больше. Смотри, замах сразу же на бедро и, да, и Алёша, веди, да, очень прямая, да. Собираться центром, животик. Понесла? Отсюда. Блин, вот просто на попу выключить. Да, и я на центр. Да, так, так. Ты что, не умею? Сказать, что мы неоклассику делаем, я сказать не могу, просто, ну, ребята, они, конечно, имеют вот эту базу, которая у них есть прекрасно. И основываясь на принципах современного танца, но при этом не забывая про красивые руки, ноги, головы светлые и про прекрасные тела, мы пытаемся это все как бы синтезировать. В современном танце важен баланс, а не физическая твоя сила и тяга. То есть, если ты чувствуешь партнера, можно очень сложные вещи делать прям просто на соприкосновении. Это будет легко, не будут болеть спины, будут здоровые ноги, вот, но при этом будет эффект такой, как будто действительно какая-то акробатика происходит.